Нет, нет, не может быть! За нами всеми следят злые янки! Кто же он, этот герой, бросивший вызов самим Соединенным Штатам Америки и раскрывший все их тайны? Сноуден. Теперь эту фамилию знает каждый. Хочешь работать на спецслужбы? Да, сэр. Почему ты хочешь работать в ЦРУ? Хочу помочь стране изменить мир. Он и в самом деле смог изменить мир. Эдвард Сноуден совершил самое крупное разоблачение в мировой истории, обнародовав секретные документы, касающиеся тотальной слежки США за своими гражданами и гражданами других государств. Американцам не нужна свобода, им нужна безопасность. АМБ отслеживает все мобильные телефоны мира. Они за нами подсматривают? Правительство творит нечто аморальное. Я не могу закрывать на это глаза и лишь хочу передать эти данные миру. Открыв миру глаза на правду, Сноуден навсегда закрыл для себя двери в счастливое американское будущее. Отказался от карьеры, любимой девушки и родины, которая назвала его предателем. Фильм от оскароносного режиссера Оливера Стоуна стал самым ожидаемым. В главной роли Джозеф Гордон-Левитт. Их либо дичь, Алена, так или как-то иначе хочет признаться в любви жених из Германии. Но ему противостоит Анатолий, бывший муж русской красавицы. В главной роли Сергей Светлаков. Я имею чуть-чуть сказать. Духаст! Вот только день для предложения иностранец выбрал неправильный. 9 мая к немцам в России отношение особое. Хом-хом, моя любая. Я люблю Россию. Неподдельный сельский юмор и различные комичные ситуации, смешение различных культур и истории взаимоотношений Германии и России. Все это в комедии от режиссера и резидента Comedy Club Александра Незлобина. Ну вот, кого выберет русская невеста? Я просто не знаю, что я хочу. Не надо ничего хотеть. Надо помнить о том, что все мужики козлы. И снова Бриджит Джонс. Да-да, та самая неудержимая в страсти и немного безбашенная под номером 3. У нее, как всегда, все сложно в любви. Узнаем, наконец, ведет ли она свой знаменитый дневник. Я в абсолютном восторге от своей новой жизни. У меня шикарная работа на телевидении в новостной программе. Казалось бы, и карьера в гору, и квартира в центре Лондона. Но она не была бы Бриджит Джонс, если бы не ее способность оказываться не в то время, не в том месте и не с тем мужчиной. Я беременна? Все под контролем. И теперь Бриджит понятия не имеет, кто отец ее будущего ребенка, обаятельный миллиардер или известный адвокат. Кто отец? Ребенок от Марка? С вероятностью 50%. Господи! Неужели оргия? Одним словом, Бриджит Джонс в очень интересном положении. Как раз в пору. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии. Встретимся через неделю. Смотрите кино.